Привет. А я в пруду. Вот в таком, представляете? Он высох практически. Это вот такая жара просто аномальная у нас. Посмотрите. И мы ходим вот так вот. Осушаем его, чтобы хотя бы немножко почистить. Вот. Вносим, господи. Сделали тут такую ступеньку. Вот. Стою на ней еще одна. Рядышком. Вот со мной тут подружки сидят. Да? Да, высыхает. Прям высыхает. Такая жарища, конечно. Вон там растишки. В общем, как-то так. Поим наши деревья. Всюду и везде поливаем. И то мы начали осушать. Сами начали. Смотрите, она вся просто зацвела. Вот она я. Вода просто зацвела вся. Потому что не обновляется. Ну, посмотрим. Не знаю, до суха сможем ли мы полностью опустошить наш котлованчик или нет. Посмотрим. Со мной тут, кстати, подружки сидят. Их 4 штучки сейчас. Вот одна. Так, там где-то была. Вон она, не знаю, видно, не видно ее. Вот она. И вот тут вот. А вон еще 2 выскочили. Вот они. 5 штук получается. Вот сейчас еще 5-ю покажу. Вот 4. И еще одна. Вот она. Вот так вот. Сидят, мне помогают. Я вон воду. Ой, черпаю. А муж ходит, поливает. Thank you.